В группе с Алексеем 6 человек приехали в лагерь у подножия Альп в минувшую субботу и начали готовиться к восхождению. Первый маршрут для профессионалов относительно легкий – гора Гран-Парадизо. Это высшая точка Италии – 4064 метра над уровнем моря. Подъем занял 10 часов. По пути встретили местных обитателей сурков, но самый неожиданный сюрприз поджидал внизу у палаток. В кемпинге живет лис, который тырит еду, который лежит в палатках, в тамбурах. И что самое интересное, он ворует только дорогие сорта сыра. У нас один экспериментировал, и он оставил ему какой-то сыр там за 5 евро дешевый, он его не взял. А пармезан тырит только на раз. Второй маршрут – вершина Трезента. Высота меньше, порядка 3600 метров, но маршрут сложнее. Нужно было идти по твердому снегу, уклон 60 градусов. Мы вышли на гребень, и по скальному гребню порядка 500 метров нужно было дойти до вершины, потому что там нужно было страховаться, веревку через страховочное устройство прикрепляли к склону. Самого опасного то, что было в одном месте с жандарма, такой скальный остров, с него там слетело порядка 5 камней, но они мимо нас все пролетели, все нормально. Следующая вершина – Монблан, самая высокая точка Западной Европы. По планам восхождение начнут 2 августа, и занять оно может несколько дней. Денис Лева, телекомпания «Город».